теперь к мировым событиям. «Оскар» определился с победителями. Сегодня ночью в Лос-Анджелесе на вокзале Union Station прошла 93-я по счету церемония вручения премии. Триумфатором стала «Земля кочевников». Киноакадемия назвала этот фильм лучшим. Его режиссер Хлоя Джао получила золотую статуэтку. Актриса Фрэнсис Макдорманд также получила приз за лучшую женскую роль. Российские картины не были номинированы в этом году. Да и Киров далек от Лос-Анджелеса. Но это не помешало нашему корреспонденту Ксении Весниной узнать у жителей, за какие заслуги они могли бы получить премию «Оскар». За чувство юмора. За познание. За познание, да, в химии. А вот теперь гадайте, в какой. Возможно, получил бы «Оскар» за тягу блинов. Не-не, за поедание блинов. О-о-о! Ну вы чего? За пение. Я петь не умею. Да много за что так-то. За улыбку красивую. За мою доброту к людям. За главную мужскую роль. Мужскую роль в чем? В кино. За что вы могли бы... За наглость. Почему? Не знаю, все считают наглым меня. За ребенка, наверное, за воспитание. Ну, возможно, да, возможно, за яркость. И за то, что встаю рано, чтобы накраситься и выглядеть ярко даже в такую погоду. Скажи, макияж. Ой, ой. За пофигизм. За плохую актерскую игру. В жизнь плохо играем. За что мог бы получить? Ой, да не знаю я. За лентяйство. За что могли бы получить? К работе, к жизни. За то, что я очень много ищу работу, может быть. За красивую улыбку.